наши герои, а с ними и Кербер, достигли горных отрогов. Но их ждал еще долгий путь до верхних туманных гор, где хранилась реликвия, если, конечно, Кербер говорил правду. Дорогу преграждала река, и, увы, в погодной машине были повреждены некоторые части. Но прежде чем перебраться через реку, нашим героям предстояло преодолеть еще много препятствий. Лети! Не волнуйся, я знаю, что делаю. Я бы помог тебе с запчастями для погодной машины, но я и так тебе много помогаю. Не пора ли доказать, что ты и в самом деле будущий король? Я дам тебе замок и несколько сервов в придачу. А ты уж прояви свое умение, создай процветающее поселение. Я тебя навещу, когда справишься с этим. Только гляди, у Мордреда неподалеку на востоке аванпост. Прежде чем открывать ворота, позаботься об обороне. Тебе нужно намного увеличить количество работников. Да и поискать еще один деревенский центр не мешало бы. Да, отлично. Хорошо. Хорошо. Твой город больше не может предложить место новым поселенцам. Хорошо. Да, хорошо. Хорошо. Ну, скоро мы увидим фейерверк. О, да! Да. Хорошо. Да! Да-да. Да. Да. Я об этом позабочусь. Осмотрись вокруг. О, да! Я тут закончил. Можно отдохнуть? Отлично. За этим проходом вас ждут богатейшие запасы дерева. И не только. Да-да. О, да. Ну, скоро мы увидим фейерверк. Да, очень хорошо. Попробуем моего меча. Теперь они увидят, с кем схлестнулись. Враги напали на героя. Ха! Эй, вы нужны мне? Шахтер начинает работу в одной из твоих шахт. Недостаточно жилья, твое величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Почему бы и нет? У тебя мало талеров. Все, как ты хотел. Ученый начинает исследование. Один из героев в беде. Враги атакуют. С удовольствием. Тебе недостаточно жилья, мое величество. Твои фермы не справляются. Разбегайтесь. Да бегите со всех ног. Да, очень хорошо. Если Господу так угодно. Попробуем моего меча.
О, да! Хорошо. Да! Если Господу так угодно. Добро пожаловать ко мне в лавочку. У меня тут такое есть, что нигде больше не найдешь. Железо, сера и все самое-присамое. В менюшечку подайте, посмотрите, все и увидите, прям закачаетесь. Да. Да, отлично. Я об этом позабочусь. Хорошо. Да, твои рабочие платят налоги. О, да. Со мной, братья! Да, отлично! Да, отлично! Иди с миром! Попробуем моего меча! Одного из твоих героев напали! Готово! Нет, не буду. Конечно. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. С удовольствием. С удовольствием. Хорошо. Определенно. Как пожелаешь. Я справлюсь с этим. Друзья, ко мне! Лети и покажи, что увидишь. Почему бы и нет? Да. С удовольствием. Да. Как скажешь. Да. Хорошо. Хорошо. Будет немного шумно. Твои рабочие платят налоги. Без проблем, без проблем. Да, милорд. Как пожелаешь. Покажи нам путь. Ни за что на свете. С удовольствием. Да. Постараюсь. Будет сделано. Ну, конечно же. С удовольствием. Я об этом позабочусь. Лети и покажи, что увидишь. Да? Да. Я справлюсь с этим. Будет немного шумно. День сбора налогов. Хорошо. Очень хорошо. Да! Я справлюсь с этим. Да, очень хорошо.
Сейчас. Хорошо. Сейчас. Твои подданные открыли новую технологию. Без проблем. Сейчас. Я об этом позабочусь. Хорошо. Я об этом позабочусь. Ну, скоро мы увидим фейерверк. Да, хорошо. Да. Опа! Полцарства за кровать! Пускай даже и платную! Да-да! Определенно. Как скажешь. Да, отлично! День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Осторожно! Сейчас тут будет большой бум! Без проблем. Без проблем. Да, хорошо. Как пожелаешь. С удовольствием. Ага. Хорошо. Осмотрись вокруг. Все, как ты хотел. Без проблем. В твоем государстве не хватает кроватей. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Твои рабочие платят налоги. Будет немного шумно. Будет сделано, да? Как пожелаешь. Да, о да. Хорошо. Лети и покажи, что увидишь. Кому из твоих поселенцев негде спать? Твои фермы не справляются. Хорошо.
готово. Полцарства за кровать, пускай даже и платную. Немедленно! Мне так это нравится. Налоги! Без проблем. Ну, конечно же. Без проблем. Будет немного шумно. Да, хорошо. Да? Да! Ну, конечно же! Ничего нет. Можно я пойду? Немедленно! Конечно! Лети! Готово, хозяин. Эврика! Улучшение закончено. В твоем государстве не хватает кроватей, недостаточно еды. Ну, конечно же! День сбора налогов. Осмотрись вокруг. Оставьте моих людей. Как скажешь. Все кончилось. Да. Обжигальщик берется за свою работу. Готово, хозяин. Плотник начал работу. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Налоги. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Лети! Thank you.
изучение новой технологии окончено. Мне так это нравится. Да. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Открыта новая технология. Что такое? Все кончилось. Считай, сделано. Здание улучшено. Торговец начинает свою работу на рынке. У тебя недостаточно жилья, Твое Величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Да. Да. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Да, хорошо. Твои рабочие платят налоги. Ну, конечно же. Что такое? Все кончилось. Не вздумай винить меня, если здание рухнет. Это не моя ошибка, меня тут вообще не было. Я был на этой милой маленькой опушке и подпиливал, рубил деревья. Да. Лети! Готово, хозяин. Изучение новой технологии окончено. Лети и покажи, что увидишь. Улучшение завершено. Крестьянин начал обеспечивать твое поселение едой. У тебя недостаточно жилья, Твое Величество. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. День сбора налогов. Готово.
Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Да, хорошо. Почему бы и нет? Как пожелаешь. С удовольствием. Хорошо. Покажи нам путь. Изучение новой технологии окончено. Нужно больше камней. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Каменотес поступил к тебе на службу. Пришло время улучшить твою резиденцию. В твоем государстве не хватает кроватей, недостаточно еды. Платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Хорошо. В твоем государстве не хватает кровати, недостаточно еды. Готово! Алхимик берется за работу. Хорошо. Да. Готово, хозяин. Да. Кузнец берется за работу. Ну, конечно же. В твоем государстве не хватает кроватей, недостаточно еды. Все кончилось. Почему бы и нет? Твои рабочие платят налоги. Все, готово. Ага. В твоем государстве не хватает кроватей. Нужно больше камней. Хорошо. Твои подданные открыли новую технологию.
Здание было улучшено. В твоем государстве не хватает кроватей. Здание было улучшено. Все, как ты хотел. Твои рабочие платят налоги. Улучшение закончено. Твои фермы не справляются. Тебе нужно больше глины. В твоем государстве не хватает кроватей. Ничего нет, мы все выкопали. С удовольствием. Хорошо. Да! О, да! Хорошо. Готово! Да, милорд. Ну, тут какое-то недопонимание. Меня здесь нет, и вообще это не я. В твоем государстве не хватает кровати. Улучшение произведено. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Хорошо. Что такое? Все кончилось. Здание было улучшено. Твои рабочие платят налоги. Здание было улучшено. Хорошо. Все
Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. День сбора налогов. Здание улучшено. В твоем государстве не хватает кроватей, недостаточно еды. Улучшение завершено. Да, очень хорошо. Готово. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Ничего нет. Можно я пойду? Конечно. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Все, как ты хотел. Да. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Хорошо. О, да! Здание улучшено. Все, как ты хотел. О, да! Конечно! В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Изучение новой технологии окончено. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология.
Все, как ты хотел. День сбора налогов. Да. Улучшение произведено. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Улучшение произведено. Улучшение произведено. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Готово, хозяин. Хорошо. Тебе не хватает глины. О, да! Эврика! Да! Сделка оформлена. Да-да! Улучшение закончено. Полцарства за кровать, пускай даже и платную. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. В моем распоряжении есть новая технология. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Я голодал, но мест на фермах нету. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Улучшение завершено. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Ага. Без проблем. Хорошо. Как насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм? Ага. Улучшение закончено. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Дело сделано. С удовольствием. Очень хорошо. Как пожелаешь. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. День сбора налогов. Лети и покажи, что увидишь. Да. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Твои фермы не справляются. Да.
Маловато железа. Готово! Я очень хочу есть. Как насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм? Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Да! Улучшение закончено. Скоро ты ничего не сможешь получить от одной из залежей камня. Твои рабочие платят налоги. Все, как ты хотел. Я очень хочу есть. Пожалуйста, нужно больше ферм. Все фермы заняты. Я очень хочу... Я голодал, но мест на фермах... Я очень хочу есть. Пожалуйста, нужно больше ферм. Если хочешь, чтобы дела шли в гору, дай мне работу. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Да-да. Если так нужно. Немедленно! Да я бы поработал, но где? Да я бы поработал, но где? В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Если мне не найдется места на ферме, я помру с голода. День сбора налогов. Да, я об этом позабочусь. Да, хорошо. Пожалуй, я здесь останусь. Завершим рукопожатием. Да-да. Без проблем. С удовольствием! Без проблем! Все, как ты хотел! С удовольствием! С удовольствием. Готово. Почему бы и нет?
день сбора налогов. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Считай, сделано. Считай, сделано. Почему бы и нет? Немедленно. Ага. Если так нужно. С удовольствием. Если так нужно. Улучшение завершено. Налоги. С удовольствием. Почему бы и нет? Улучшение произведено. Готово. Твои рабочие платят налоги. Сделка была заключена. Все, готово. С удовольствием. Здание улучшено. Здание было улучшено.
Отлично! Твои подданные открыли новую технологию. Готово! Ага. Исследования завершены. Улучшение произведено. Твои рабочие платят налоги. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Казначей начинает свою работу в банке. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. Да, очень хорошо. Мне негде работать. Здание улучшено. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Назад, в норы, откуда вы выползли? Иди с благословением Господним. Вы нужны мне! Оставьте моих людей! Теперь они увидят, с кем схлестнулись! Попробуй мой меч! Все, как ты хотел! Я тут закончил! Можно отдохнуть? Твои фермы не справляются! Если мне не найдется места на... Я голодал, но мест на фермах нету. Я голодал, но мест на фермах нету. Да! Да, отлично! Здание улучшено. Все, как ты хотел. Ну, конечно же. Да.
Разве тут не прекрасно? Налоги! Да, отлично! Да, отлично! Как пожелаешь. Взять их! Да! Да, очень хорошо! Эврика! Очень хорошо! Вперед! Одного из твоих героев напали! Конечно! Да, милорд! Теперь они увидят, с кем схлестнулись! Конечно, да, да. Очень хорошо. Как день сбора налогов. Здание было улучшено. Сейчас. О, да. Разве тут не прекрасно? Готово, хозяин. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Ты не можешь не трепать мне нервы своими пинками и толчками. Без проблем. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Улучшение закончено. Недостаточно еды. Улучшение завершено. Как насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм? Все, как ты хотел. Литейщик начинает работать.
Почему бы и нет? Эврика! Готово! Налоги! Все, как ты хотел. Да. Не было улучшено. Улучшение завершено. Здание улучшено. Конечно. День сбора налогов. Я очень хочу. Как насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм? Разве тут не прекрасно? Исследования завершены. Улучшение завершено. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Да, с удовольствием! Исследования завершены. Разве тут не прекрасно? Я голодал, но мест на фермах нету. Я устал. Полцарства за... Если мне не найдется места на ферме, я помру с голода. Улучшение закончено. Ага. Да.
Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Открыта новая технология. Так, больше не упоминайте при мне налоги. Я безработный и нищий. Налоги. Ну, конечно же! Осмотрись вокруг! Недостаточно еды. Готово, хозяин. Да! Конечно! Насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм. Исследования завершены. С удовольствием. День сбора налогов. Да. Хорошо. Все, как ты хотел. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Ваше желание для нас закон. С удовольствием. Почему бы и нет? День сбора налогов. Готово. Да. Да-да. Да. Да. В твоем государстве не хватает кровати.
исследование... Пол... Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. Здание улучшено. Если ты так думаешь, твои рабочие платят налоги. Подорвав камни, ты открыл себе путь к новым ресурсам, а может и к новым союзникам. Однако взрыв привлек внимание слуг Мордреда. Теперь тебе придется опасаться их. Восточные земли тоже неспокойны. В любой момент можно ожидать нападения. Герой в опасности! Аяса! Если ты считаешь, что так надо. Теперь в твоем распоряжении есть новые технологии. Сядь им! Да, очень хорошо. Уничтожить их! В атаку! Оставь свой страх и сражайся! Считайте сделано! Мы позаботимся об этом. Берегись! Твою деревню атакуют! Платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Хорошо. Да, хорошо. Ну, скоро мы увидим фейерверк. Аяса! Сделаю все, что смогу. Добро пожаловать, сир! Если хотите увеличить население, но избегаете жестких мер, у меня есть для вас совет. У старейшины деревни к востоку отсюда есть старинный ключ. Как-то раз я случайно обнаружил, что он подходит к замку на дверях деревенского центра на юге, много лет как запертого. Обходной путь, конечно, безопасней, чем основной тракт. Так и будет. С удовольствием. Да. Предоставьте это нам. Да. Будет немного шумно. Да, милорд. Понял.
Сделаю все, что смогу. Да, милорд. Налоги. Конечно. Да, командир. Не волнуйтесь. Да. Как прикажете. Не волнуйтесь. Сделаю все, что смогу. Предоставьте это нам. Я справлюсь. Моя деревня горит. Считайте, сделано. С удовольствием. Понял. Предоставьте это нам. Аяс, сэр. Не волнуйтесь. Да. Сейчас. Да, командир. Не волнуйтесь. Да, милорд. Да. Предоставьте это нам. Сделаю все, что смогу. Мы позаботимся об этом. Если ты так думаешь... Привет вам, благородные господа. Вот ключ от деревенского центра Мордреда. Но и мне от вас кое-что нужно. Статуи покрасивее. Поставьте их рядом с моим фонтаном. Как пожелаете. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Мы подготовлены к этому. Налоги. Понял. Один из рабочих в беде. Враги атакуют. Да, милорд. Предоставьте это нам. Мы подготовлены к этому. Да. Покажите мне, что вы умеете. Теперь они увидят, с кем схлестнулись. Тебе не победить. Иди с благословением Господним. Враги напали на героя. Я к такому сейчас не готов. Мне так это нравится. Да, командир. Сделаю все, что смогу. Лети. Мы подготовлены к этому. Мы подготовлены к этому. Как прикажете. За честь и славу. Все, готово. Да. С удовольствием. Нет, не буду. Все, как ты хотел. Твои рабочие платят налоги. Готово! Нет. За помощь спасибо. Я открыл тебе путь в деревню Мордреда. Теперь ты сможешь добраться туда без боя. Желаю тебе удачи! Сделаю все, что смогу. Не волнуйтесь! Враги штурмуют твои здания. Мне
так это нравится. Друзья, ко мне! Да. Так и будет. Как пожелаете. Мы позаботимся об этом. Хорошо. Мы позаботимся об этом. Я справлюсь. Понял. Аяса. Да, командир. Я справлюсь. Я справлюсь. Мы тебя напали. Да, милорд. Покажите мне, что вы умеете. Осмотрись вокруг. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Все, как ты хотел. Изучение новой технологии окончено. Да. Если так нужно. Отлично. Да, ладно. Хорошо. Хорошо. Как скажешь. Хорошо. Осторожно. Сейчас тут будет большой бум. Сяди. Без проблем. Оставь свой страх и сражайся. Да, милорд. Один из героев в беде. Враги атакуют. Ладно. Да, милорд. Как скажешь. Как пожелаешь. Да, милорд. Как пожелаешь. Как пожелаешь. Постараюсь. Ладно. Ладно. Считай, сделано. Отлично. Отлично. День сбора налогов. Конечно. Ну, убедил. Вот тебе недостающая часть. Проложить путь на север тебе поможет погодная машина. Но похоже, что реликвию хорошо стерегут. Сначала заморозь северный путь. Враги напали на героя! Они под моей защитой. Покончить с ними! Пожалуйста, я вполне справляюсь со своей работой. Сейчас. Да, хорошо. Конечно. Если ты так думаешь, считай сделано. Я тут закончил, можно отдохнуть? Да? Да, хорошо. Враги напали на героя! Если ты так думаешь... Я уже в пути! Да, конечно. С удовольствием! Хорошо. Конечно. Ну, конечно же.
Хорошо. Без проблем. Да. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Все, готово. Как пожелаете. О, да. Да. О, да. Все, как ты хотел. Готово, хозяин. Инженер приступил к работе. Будет сделано. Я постараюсь. Сделаю, что смогу. Да. Улучшение закончено. Мы подготовлены к этому. Не волнуйтесь. Да, командир. Враги напали на героя. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Ага. Налоги. Если так нужно. Здание улучшено. Улучшение завершено. Пожалуй, я здесь останусь. Здание улучшено. Твои ученые изобрели новую технологию. Улучшение произведено. Да. Как пожелаете. Да, милорд. Все, готово. Так и будет. Мы позаботимся об этом. Не волнуйтесь. Враги напали на героя. Хорошо. Да, отлично. Одного из твоих героев напали. Здание было улучшено. Взять их. О, да. Я об этом позабочусь. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Улучшение произведено. Да, милорд. Успокойся с миром! Герой в опасности! Мы подготовлены к этому! Я справлюсь! Спасай свою шкуру, пока можешь! Да, как прикажете.
Как пожелаете! Уничтожить их! Я справлюсь. Так и будет. Да. А я, сэр! Да, командир! Мужайтесь! Победа будет наша! Как прикажете. Да. Как прикажете. Вперед! Хорошо! Считайте, сделано! Уничтожите их! Вперед! Теперь они увидят, с кем схлестнулись! На тебя напали! Благословляю тебя! Бой! Уничтожите их! Взять их! Хочешь сразиться? Ну, я очень напуган. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. За честь и славу! Прикончить их! Мужайтесь! Победа будет наша! В атаку! За честь и славу! На тебя напали! Бой! За честь и славу! Попробуй мой меч! Сядь! Эй! Вы нужны мне! Уничтожите их! Дарио повержен на поле битвы, он не может сражаться! Да, а я, сэр! Как прикажете. Одного из своих героев напали. Бой! Кербер не может сражаться. Прикончить их! Только не это! Да! Да, Мило! А я, сэр! Хорошо! Да, милорд! Да! Защищайся! На тебя напали! Хорошо! Будет немного шумно! А я, сэр! Сяди! День сбора налогов. Иди с благословением Господним. Осторожнее, не подходите! Хорошо, понял! Мы позаботимся об этом. Герой в опасности! Понял! Сейчас! Мы позаботимся об этом. Я голодал, но мест на фермах нету. Я справлюсь с этим. Считай, сделано. Мы позаботимся об этом. Клянусь, я только что видел эльфа там, за деревьями. Пожалуйста. Я вполне справляюсь со своей работой. Мне и ребятам придется провести ночь на чеку? Пожалуйста.
Я вполне справляюсь со своей работой. Пожалуйста. Я вполне справляюсь со своей работой. День сбора налогов. И как я смогу сосредоточиться, когда ты дергаешь меня? Пожалуйста. Я вполне справляюсь со своей работой. Да. Враги напали на героя! Да, милорд. Не волнуйтесь! Мы подготовлены к этому. Как пожелаешь. Все, как ты хотел. Твою деревню атакуют. Мы подготовлены к этому. Хорошо. Мы подготовлены к этому. Здание было улучшено. Хорошо. Без проблем. Все, готово. Улучшение закончено. Ты наткнулся на врагов. Они атакуют. Сейчас. Так и будет. Предоставьте это нам. Благословляю тебя. Твои рабочие платят налоги. И кончить их! Взять их! Мои подданные открыли новые технологии. Уничтожить их! В атаку! Враги напали на героя! Оставьте моих людей! Вперед! В атаку! Вперед! Покажите мне, что вы умеете! Сядьте! Уничтожите! Сядьте! С удовольствием! Уничтожите! Сейчас! Как пожелаете! Герой в опасности! Я справлюсь! Вперед! Предоставьте это нам! Уничтожите! Да! Так и будет! Тебе не победить! Осторожнее, не подходите! Аяса! Пусть будет так, да, милорд. Друзья, осторожно! Ты наткнулся на врагов, они атакуют! Налоги! Хорошо! Будет сделано. Да, хорошо. Да, командир. Как прикажете. Иди с миром. Смело в бой! Да, как пожелаешь, как скажешь, да. Ты наткнулся на врагов, они атакуют! Внемли вери, сын мой. Как прикажете. Да, командир. Не щадить себя!
Нет! Нет! Бой! Они под моей защитой! Герой в опасности. Я справлюсь. А я, сэр, сделаю все, что смогу. Мы позаботимся об этом. За честь и славу. Сейчас. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Почему бы и нет? Враги напали на героя! Конечно! Бой! Эврика! Теперь они увидят, с кем схлестнулись. Назад, в норы, откуда вы выползли. Хорошо, да. Предоставьте это нам. Покажите мне, что вы умеете. Тебя напали! Мы подготовлены к этому! В атаку! Готовы, хозяин. Мужайтесь! Победа будет наша! Ты не можешь не трепать мне нервы своими пинками и толчками! У тебя недостаточно жилья, твое величество! Недостаточно еды! Прикончить их! Бой! Покажите мне, что вы умеете. Покажите мне, что вы умеете. Ты наткнулся на врагов. Они атакуют. Уничтожить их. Платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Эй! Вы нужны мне? Ну, скоро мы увидим фейерверк. Опа! Да, хорошо. Как пожелаешь. Считай, сделано, как пожелаешь. Опа! На тебя напали. Хорошо. Считайте, сделано. Прикончить их. Твои ученые изобрели новую технологию. Прикончить их. Понял. Не волнуйтесь. Как пожелаешь. Как пожелаешь, если ты так думаешь. Да. Считай, сделано, как пожелаешь. Немедленно! Да. Опа! Оставь свой страх и сражайся! Да. Сделаю все, что смогу. Хорошо! Бой!
технологии. Мужайтесь, победа будет наша! Сядьте их! Осторожно! Сейчас тут будет большой бум! Как прикажете? Да! Все, готово! Открыта новая технология. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Готово, хозяин. Да. Опа! Улучшение завершено. Хорошо. С удовольствием. Считайте, сделано. В твоем государстве не хватает кровати. Да. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Улучшение произведено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Открыта новая технология. Предоставьте это нам. Так и будет. Мы подготовлены к этому. Все, как ты хотел. Я устал, но мне даже поспать негде. Я устал, но мне... А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Здание улучшено. Я устал. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Ну, конечно же. Да, хорошо. Улучшение произведено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Улучшение закончено. Улучшение закончено. Готово. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои рабочие платят налоги. Изучение новой технологии окончено. Твои фермы не справляются. Готово, хозяин. С удовольствием. Отличное место для работы. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Исследования завершены. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Изучение новой технологии окончено. Недостаточно еды. Да-да. Здание улучшено.
Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Да. Здание улучшено. Сделаю все, что смогу. Как пожелаете. Здание улучшено. Сделаю все, что смогу. Считайте сделано. Клянусь, я только что видел эльфа там, за деревьями. Сейчас. Я только что видел эльфа там, за деревьями. Твои рабочие платят налоги. Пожалуйста, я вполне справляюсь со своей работой. Мне и ребятам придется провести ночь на чеку? Тебе нужно больше места, чтобы твоих поселенцев стало больше. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Мы позаботимся об этом. Клянусь, я только что видел эльфа там, за деревьями. Тебе нужно больше места, чтобы твоих поселенцев стало больше. Здание было улучшено. Мне и ребятам придется провести ночь на чеку? Мы подготовлены к этому. И как я смогу сосредоточиться, когда ты дергаешь меня? Тебе нужно больше места, чтобы твоих поселенцев стало больше. Постараюсь. День сбора налогов. Ваше желание для нас закон. Да, милорд. Сделаю все, что смогу. Хорошо. Да. Хорошо. Исследования завершены. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология.
Твои рабочие платят налоги. Путь в горы открыт, но реликвию, судя по всему, хорошо стерегут. Должно быть, местные тебе так просто ее не отдадут. Так что тебе предстоит сделать выбор между миром и войной. Изучение новой технологии окончено. Сделаю все, что смогу. Сделаю все, что смогу. Мы подготовлены к этому. Прикончить их! Враги напали на героя! Господь даст тебе силу. Мы позаботимся об этом. Сядьте! Мужайтесь! Победа будет наша! Хорошо! Сядьте! Да! У меня беда! На помощь! На тебя напали! Не щади себя! Я тут закончил. Можно отдохнуть? Прикончить их! Тебе не победить! Не бойтесь, вам не причинят вреда. Ну, конечно же! Улучшение завершено. Понял! Прикончить их! С удовольствием! Налоги! Защищайся, на тебя напали! Улучшение завершено. Да, хорошо. Конечно. Улучшение произведено. Вперед! Друзья, осторожно! Улучшение завершено. Да, милорд. Конечно, да. За честь и славу! Пусть будет так. Предоставьте это нам. Да, господин. Без промедления. Конечно. Оставь свой страх и сражайся! На тебя напали! Покажите мне, что вы умеете! Будет немного шумно. Да. Готово, хозяин. Да, хорошо. Тебя напали! Мужайтесь! Победа будет наша! Мы подготовлены к этому! Здание улучшено! Прикончить их! С удовольствием! Как прикажете! С удовольствием! День сбора налогов! Да! Мужайтесь! Победа будет наша! Да! Справедливо! Я постараюсь! Теперь в твоем распоряжении есть новые технологии! Как пожелаете! Да! Тебе не победить! Иди с благословением Господним! Будет сделано! Оставь свой страх и сражайся!
Пусть будет так. Да. Победа будет нашей. Да, господин. Как скажешь. Пусть будет так. Атаку! Эврика! Кербер был прав. Реликвия, хранившаяся в городе в верхних туманных горах, действительно оказалась частью державы. Так герои убедились в том, что Керберу можно верить. Обширные познания сделали бывшего слугу Мордрода ценным членом братства. Но самое трудное было еще впереди. Тропами туманных гор они пришли в Авеланс, темную страну.